Продолжаем эфир кратким обзором аварий и криминальных новостей. В студии Александр Бычков, и это место происшествия. Здравствуйте. В Иркутской области участились случаи гибели людей на пожарах. Одна из трагедий произошла в Заларинском районе. Там пламя охватило одноэтажный жилой дом, когда внутри находилось двое детей. Родители отлучились в магазин, оставив их без присмотра. Пятилетняя девочка и ее брат скончались. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Еще один неприятный инцидент произошел в Ангарске. Здесь пожар начался из-за неисправного обогревателя. Погиб пожилой мужчина. Очевидцы вызвали спасателей. Когда прибыл первый расчет, дом в 72 квадратных метра горел полностью, обрушилась кровля. Также вчера у нас был случай пожара с гибелью в микрорайоне Китой по улице Трактовая. Погиб мужчина 1952 года рождения. Сейчас проверку тоже проводим по данному пожару. Наиболее вероятной причиной пожара послужила неисправность электрооборудования. Всего с начала года в Иркутской области произошло около 450 пожаров. Менее чем за месяц огонь унес жизни 26 человек. В Иркутске осудили местного жителя, который взорвал лифт с человеком внутри. Напомню, инцидент произошел в 2021 году. 52-летний мужчина соврал самодельное пиротехническое устройство и подложил его в кабину. Таким образом, он решил отомстить соседу, которому питал личную неприязнь. Однако в момент происшествия в подъемнике оказался сын потенциальной жертвы. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В итоге суд присяжных приговорил подрывника-любителя к 10 годам лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей. Еще один приговор огласили браконьерам, которые занимались незаконной торговлей редкими птицами. Животных, занесенных в Красную книгу, злоумышленники отлавливали на территории Прибайкальского национального парка. Напомним, их задержали в августе прошлого года. Тогда при обыске у них обнаружили специальное оборудование для усмирения соколов, а также двух живых птиц. Их, как установили следователи, планировали вывести за границу в автомобильной колонке. В итоге, по решению суда, все фигуранты дела проведут в местах лишения свободы от 5 до 8 лет. Еще одна группа браконьеров пока только ожидает суда. В Ахеретблагатском районе полицейские задержали местных жителей, в машине которых обнаружили две туши косули. Мужчины признались, что животных отстреливали, не имея разрешительных документов. Сейчас им грозит до 5 лет тюрьмы. Водитель «Мерседеса» напал на инспектора ДПС. Инцидент произошел на Александровском тракте. Прибывшие на место полицейские обнаружили в кювете автомобиль, в салоне которого находилось два человека. Водитель, предположительно, был пьян. Мужчина оказал активное сопротивление и обругал представителей власти. Меня слышишь? Короче, мне плохо! Пожалуйста, сюда скорую. Да. Ему очень плохо тут обрушилось. Да, вот это твое. Позже стало известно, что 39-летний водитель лишен права управления транспортным средством, а его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. И пока это все. Увидимся в следующий понедельник. Будьте осторожны. До свидания.